Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп! И сегодня мы представляем вашему вниманию флакон Гипноз. Любой аромат имеет свойство выветриваться и со временем утрачивает свои ароматические свойства. Потому лабораторы для парфюмированных косметических продуктов – это серьезное дело. Те, кто разбирается в парфюмерии, прекрасно знают, что для хранения ароматических составов необходима стеклянная тара. У нас можно заказать простые прозрачные флаконы с дозатором, так и фигурные флаконы с выбором формы, цвета стекла или металла, или даже пластика. В нашем ассортименте представлены не просто удобные разнообразные флаконы для парфюмерии. Многие из них могут быть использованы как подарочная тара и как тара, обеспечивающая товарный вид парфюмов. Ассортимент флакона таково: прозрачные, матовые, цветные, частично окрашенные. По форме МЛО предлагают такие парфюмерные флаконы: классические, цилиндр, ограненные, фигурные, с рельефным стеклом. Вот так выглядит флакон Гипноз. Вот такой он фигурный. По всей длине такой закрученный. Хорошо открывается крышечка. Легко нажимается спрей. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!